В течение года с участием депутатов будет проведено порядка 80 важных мероприятий, в том числе впервые в Сенате пройдут Дни регионов. Об этом сообщила председатель палаты Дариға Назарбаева. Спикер также поставила задачу перед народными избранниками мониторить исполнение новых государственных программ, касающихся развития образования и здравоохранения. Подводя итоги рабочих поездок, заместитель председателя палаты Бектас Бекназаров проинформировал, что парламентарии провели свыше 460 встреч с населением, в том числе в отдаленных селах.